Приехавшие в Самару, мы остановились в номерах Батулина на Алексеевской площади. И Сергей пошел на почту узнать, нет ли для нас писем. А вечером мы ходили гулять в Струкский сад. Там была страшная теснота и толкотня. Но Сергею очень нравится Самара. И он говорит, что не прочь пожить бы здесь несколько месяцев. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».